Яблоки тут собирали в том году. Тут мы с воды подходили. Вот сад. Тут тусил. Притоптан все. Я знал, конечно, что воды много, что столько. Вот мы приехали в то место, где останавливались в прошлый раз. Видите, какой большой пляж был. Это мы в прошлом сезоне тут останавливались. Сейчас здесь вот такая вот, все затопило. Разравниваем под шатер. Ну, блин, лучше нет ничего. Потому что везде у нас потоп, короче, разлив. Че, малый лагерь сделали. Такая вот красота у нас. Тишина. Палаточки поставили, машина наверху. Шифер вот, сейчас вкусно будет, костер накидаем. Дальше поставляемся. Тут у меня это завели бензогенератор. Это ж неплохой. Для света телефон зарядить нормально. Так, решил газовую горелочку собрать. Мангальчик это хорошо. Генератор это хорошо. А газовая горелочка еще лучше. Шланчиканим, зафиксируем. Да, Дима? Ценник нормальный. Я сначала двухкомфортный купил. Ну, а что за душ? Большой. Думаю, ни к чему. Ты мне, кстати, обещал это сделать. А что он заглох? Что-то работал, работал. Ну, там бензин нет. Ну, баллон на все случаи жизни, да. Забыли мангал. Две железяки вот такие вот вкопал. На берегу нашел. Будет мангал. Где наш не пропадал. Лаб-лопата. Фонарик запустили такой китайский, знаете, поджигает, взлетел наверх, он летит, когда в наш лагерь попадет, он, по-моему, сгорает и потом падает. Все, может, садится. Итак, утро у нас первого дня, а я там вот качаю, приехали, чайник поставил, сегодня, я думаю, выплывем на воду, попробуем чем-нибудь плавить.
Ну что, друзья, никто ничего не поймал, как я слышал. Время уже все в 9 утра. Этот лагерь оставался. Приметом вязал поводки. Я думаю, каждый привязал по одному и все. Очень жарко. Я думаю, сейчас сплаваем. Ребята, посмотрим вообще, как обстановку. Просто покатаемся на лодке, хоть чуть охладимся рядом с лагерем, чтобы видно было. Что-то, наверное, ловит нас. Да я думаю, что ничего не ловит, смысл. Что, есть? Да нет, тащишь. Вот вот такие вот типа рогалы искать. Да, с этой стороны тьма. Ну, кидать воблеры, дрых. А так вот такой, да, только ловишь траву? Да, или как будем делать? А мы сейчас по веревке пойдем нам. Я понял, а ты взял это? Плетенку-то? Он в кармане. А ты какой? Вот этот зеленый или какой-то? Ну вот, лежит. Паш, вот этот? Будь Санек, если звонить. Ответишь, ладно? Я не буду с собой брать. Что сказать? Тихо, дай мне весло. Ну, опусти это. Лягушки за кота. Рыбаки, хорошо. Ты зря повернулся, неправильно. Правильно все, вот так и пойдем. Итак, так как по рыбе был полный ноль, решили мы с Диманом насадить перемет. Потому что уже проверено, что под обедом у него рыба всегда ловится. О, вот так и пойдем. Ну, кирпич сейчас проходим метров 5. Что, метров 5 прошли от кирпича? Да больше, ёпта. Ну, стой, останавливайся. Бля, губян, смотри, как он. Сейчас мы с тобой приспособимся, не перемёт. Народ, так как на канале есть подробные видео, как ставить перемет, как проверять, тогда, я думаю, мы этот момент пропускаем и перематываем. Если что, оставлю ссылку, посмотрите. Дабы не занимать ваше время, проматываем. Обратном пути проверяем. Не, пусть. Хоть что-то поймать на этой рыбалке. Червей не объели? Нет, хорошо, червей есть, и главное чистый. Спустя, наверное, час, может чуть больше, чуть меньше, мы уже втроем решили проверить наш перемет. Ну, по крайней мере, снять с него траву. А все распутывать, да? Ну да, да вот травы-то особо нет, ничего нет, нормально. Стоит да, она. Да, да. На перемет, я думаю, знаешь, будет ловиться нормально. Да, ну, да. Мы-то вот здесь грузил не было, мы когда грузил ставили, он был натянут, и веревка была натянута в пол воды. Мы достали, ее не видно было, веревка все в траве была. А это она за счет грузила лежит. Есть. Кем-то даже погрызанная, походу. Да, да. А я его даже не почувствовал. Давай.
тяжело идет, что трава. Хорошо, бьет. Давай. Блин, налаживается. Ну что? Да, мне кажется, ну, зачем? Верши нет, блин, это обычно. Верши. Че беда? О, видишь, вот помельче, видишь, вот там вот есть, попадается. А здесь уже. А здесь уже трава. А всегда как проверяют и туда, и обратно? Ну, так, по крайней мере, с Саньком ходили, походу, профессионалы. Да и как бы я, что мне, за радость? Тоже. Да это не так уж прям. Вы синец, да? Синец. Да? Или лапы? Так как места было не очень много, друзья наши стали немножко подальше лагерем, и мы решили съездить к ним в гости. Она поднимает лодки и обратно их уносит туда в реку. И Колян бежит со сломанной рукой. И прям такой, ха, руку поднимает, лишь бы упасть куда-нибудь в лодку. Надо еще песню включить, Колян танцует. Не, ну реально, если мы уснули бы, нахрен проснулись, у нас нет лодок. Да-да-да, это тут мужик. С берега не особо. Он рыбак-блогер. Пишет, ты видишь? Да, ну. Да, пишет. Фига себе, ты меня и запечатлел бы потом? Конечно, потом в Ютубе себя увидишь. С пивом, с водкой, бля, с домином. Ну что, по рыбалке пока только перемет у нас. Нормально. Водники что-то плавают. А, Бакин выравнивает. Видели, да? Бакин плавал. Выравнивает. Вставляет на место. Но воды очень много, конечно, ужас. Вот тут раньше был пляж. Перемет нас унесло. Вот именно когда как раз тащили Бакин, водники, они и срезали наш перемет. Ни слова. Так, тихо. Так, держите. О, тут что-то реально хорошее, держите. Я тоже держу. Держим. Там тоже лещ. Макс, там что же здесь? Марина класса А. Че это было, Макс? Не, ну то я тащил, дук-дук-дук-дук-дук-дук. Ну, возможно. Либо зацеп. Не-не-не. Однозначно, у нас зацеп не было. Да. Для чего нам зацеп? Конечно. Перед Кеном хвастаться зацепом. Реальная история. Не, вообще легко. Вообще запутаемся. Что-то там дальше, значит, бьет хорошо. Тут нет ничего? Вон там ёптарь. Вон он. Небольшой. Вот. В большом счёте уже супер вот сюда надо было сделать. О, надо этот кусачки заглотил плохо. Саш, сумка синяя у тебя? О. Там есть медицинский инструмент. А вот это че? Отлично. То, что он далеко заглотил, значит, он давно уже там сидит.
Гатсон никак где-то вытащил. Да, Макс? Да. Художник? Волшебные пальцы. Димарик. Не, ну реально, извините, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но ловится же. Ну, конечно, ловится. Нам сегодня укуп хватит. Только ее переставить надо. Сейчас переставим. Да, Макс? Конечно, переставим. Не-не, походу тут все, оборвалось. Оборвалось он, да. Так, тут тоже рыба. Поход бар. Угу. Я тоже так думаю. О, еще одна есть, смотри. Ух ты. Короче, Саш, надо все это делать. Поводки сейчас отрежем. И заново мешок новый сейчас сделаем. Завезем. Но если хотите ловить рыбу, мы приходим. Давай. Слушай. А как поводки снимать? Поводки потом... Веревку обрезать, не? Не-не, стой. Веревку с поводками просто на нос все складывай. Поводки мы потом пооткусываем, новые петли сделаем. И все. Веревку, соответственно, новую. Плывем назад? Ну, сейчас Санек просто нас дотянет. Зачем нам плыть? Да не греби, не греби. Ну, помочь. Сейчас вместе будем стоять, чего. Такие деревья плавают. Нормально, что. Так, друзья, костер развели. Решил рыбку скоптить. Солено. Я обычно не промываю, а утираю вот так от соли. Пак, трусы свои забери. А что делают его трусы у тебя в палатке? Извините за нескромный вопрос. Итак, поплыли проверять перемет. Иногда ребят плавали, проверяли. Там, конечно, никто не снимал. Но с камерой поплыли проверять. Что есть? Есть. Нету? Тоже трава. В этот заход что-то совсем было плохо. Поймали всего одну рыбку. Ну, зато наловили травы. Козу можно прокормить. Надо все равно снимать траву, перенасаживать. Ну, иначе ничего не поймаешь. Так как... Рыба не ловилась на спиннингах, много было воды. Ну и ребятам надо было работать. Некоторые уехали домой. Ну а мы еще остались. Ну что, прошло где-то 40 минут. Давайте посмотрим, что у нас там получается. Вот такая красота. Пусть еще чуть-чуть постоит. Лишнего не будет, чтобы немножко подсушенная была. В принципе,
есть хорошо такой вот, какая она сейчас есть. Ну, чтобы она была немножко подсушенная, потому что в основном с пенным собираемся кушать рыбу вот эту костлявую. Поэтому постоит пусть еще, ну, думаю, минут 15. Нет. Да думаю. А вдруг? Блин, что вот-то ничего нет? Или есть, блин? Нет, ничего. Все объединено, да? Ну, поэтому маленькие рыбки, может, не так и плохо. Да нет, должно быть еще. Хоть на одном крючке, но значит попался. У нас вообще на русле попался. Не, не снег. Ну, а трава? Ну, да? Трава-то на себя. А и есть. Я ж тебе говорю, долго. Живец, кстати, может его оставить? Не-не, нормально, бери. Какой бери-то нахуй? Ну, в соль кинем, что? Там... А мы взяли вообще мешок, блядь, подрывник? Блин, нет. Ну... Он под тобой. А, базара нет. Вот такой лоприк у нас. Для таранки самый то. Это хороший лещ. Да, да, да. Давай, Дима, Алексам. Раб... О, ты как... Ой, это уже лещ. Уебецкая. Матом нельзя ругаться. Поздравляю вас, Дмитрий Анатольевич, с поимкой настоящего леща. Красавец. Вот это красавец. Ну давай еще раз без этого. Без садка. Ну, причем на опарш. Не-не-не, это мы сажали червя и опарш подсаживали просто. А, да. Дмитрий Анатольевич. А? Что-то тяжело, но мне кажется, это трава. Не-не-не, не может быть трава. Сверху. Тут трава нет. Так, сидим у костра, пьем. Да, шашлычок-то пересоленный. Да. Повар 5-го разряда готовил. Нет, кто-то посолил. Да, самого посолил. Я его уже отнес. Не, я сейчас не уверен, если я его делал. Так, народ. Просыпаемся на утро. Дождина льет. Палатку нам все повалило. Выходили, блин. Гром гремит. Так что веселуха. Не знаю, что будет дальше. Пока надо дождь переждать. Машину, потому что палатка начала затоплять, да, сэр? Молния фигарит, гром. Вот так вот, тут жара была, мне под 30. Тут сейчас 15. Такая вот замечательная погода. У нас погода. Грязюка. Холодно. Собираем лагерь потихонечку. Нет, нет,
какая-то морская спасательная служба. Не, я слышал, задача была какая-то поставлена. Типа акулу делать судоходной. Да, она вот в некоторых местах судоходна, а в некоторых нет, чтобы логистику по доставке грузов сделать морской. Ну, помимо того, что берега, да, у нас не готовы. Да как у Анушки, ёпта. Вообще ништяк. Отлично вообще. А листы сейчас, лопаты давайте, я сейчас ямку копаю и листы поставлю, чтобы это жарко уходил. Вот, давай лопату сейчас сделаем. Диман, он нагнул, а я сейчас прям, прям вот так, да, Диман? Ебёт. Поравнее просто местечко. Мне вот знаешь, что нравится? Чем хода, тем больше начинаешь заниматься хозяйством. Хозяйством, да, правильно. Ты же для себя делаешь. Аж когда хорошая погода, все это бухает, блядь. Вот как все дела. Отлично, блядь. Так, давай, единственное, лопат. Как бы, хотя нет. Вот это вот. Вроде жесткие, ага. Отвести. Просто боюсь, он нагреется, как бы он не смялся. Да нет, что это? Не-не, он металл хороший, металл нормальный. Так, ногу убери, чтобы эти не залезли. Кинул, а на нее там коза, что угодно. Ну такая стойка. Стойка. И кормить собак. А, ну нет, такая миска. Дома, да. Ну. Железная. У них тоже нормально. Ты по большому счету самому взял, блядь. А у меня как-то это, были, такого. Знаешь, такие алюминиевые треноги. Они неудобные. В машину. Неудобные. Выезжают, там болт еще ставишь. Ну. Я поставил как-то две в костер. Не раз плавили. Потом утром смотрю, ноги нету. Ой, отгорело. Сюда, сюда. Вот, просто макни туда. Макай, макай. Люди падают. Так, ну, ням-ням. 20-20. Хорош. Все. Готово. Грузили уже. Ребят, тихонько собираются. Ветер. Ну, в целом. Перемет вот выручил. Переметик. Рыбу наловили. И накоптили, увидели. Вот. И уху сварили. В целом ничего. Отлично. Погода, да? Тут дождь, то жара, блин, то сейчас достаточно прохладно. Когда люди таскают тяжелые моторы, очень даже хорошо будет кинооператором. Они тащат, а ты снимаешь. Отлично. Веревка, веревка, веревка. Осторожно. Тебе меняют клапана и прошивку пускают. Я знаю, только стоит он 120 рублей, блин. 160. Да. Это с переделкой 160? Нет. А. Это без переделки. Тут еще 8 рублей переделка. Я тебя понял. Дороже тут эти. Ага. Был 120. Когда-то. Ого. Когда они только пошли. Не, уже 160. А, ну бакс подскочил и все. Как раз. Саш, счастливо. Был рад. Надеюсь, не последний раз. Тоже. Мы же к вам еще написатели должны приехать в баньку. Пони запускаем, пони. Вот. Все, счастливо. Да. Вот со всей дури. Но она, блядь, вроде всего нашего. Она вроде до конца, блядь. Паш. Так, кто там подошел? Счастливо. Давай мужиков проводим уже по-нормальному. Давай, давай, давай. До вечера. До вечера время есть? Там достанете. Фу, давай еще раз. Думаю, рыбалка нормально была. Последний. Ребята, увидимся. Да. Все. Бай, как получилось, его? Так получилось. Соберем. Я не удивлюсь, что завтра будет помочь, жара. А завтра и будет жара. Сами потом. Завтра опять жара, да. Давайте, все, счастливо. Там
это, конечно, про... Ну что, друзья, закончилась наша такая рыбалка. Трехдневная? Четырех. Четырехдневная. Ну, троллингом рыба не ловилась. Вперемет. Чуть рыбки попалось. Ну, чего хуй сделали, рыбки покоптили. Да, домой тазами не взяли, конечно. Ну, самое главное, нормально повеселились. Вот. Для чего мы едем на рыбалку? Отдохнуть. Да. Отдохнуть. У нас не спорт. Мы спортивной рыбалкой не занимаемся. Пока что. Может, конечно, мы со временем к этому придем. Угу. Но это когда пить бросим. Пока. То, что есть. Давайте. Всем во всем удачи. Всем пока. Мы погнали домой.